Здравствуйте, это мобильный репортер в студии Алсу Якупова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. На прошлой неделе в Татарстане жители делились фотографиями своих термометров. Мороз не обошел стороной и Казанский зоопарк. Сотрудники зообудсада рассказали, как его обитатели переносили аномальные морозы. Для животных из африканской части река Замбези изменилось немногое, ведь они и так живут в теплых крытых павильонах. Если там становится холоднее, то гориллам и шимпанзе выдают пледы. Посмотрите, как обезьяна изучает одеяло. В старой части зообудсада остаются животные, которые содержатся в уличных вольерах. Их рацион стал дробным, более калорийным. Автомобилист хотел припарковаться, но ему помешал водитель трактора, который убирал снег во дворе. Тогда водитель легковой набросился на тракториста и избил его. Наибольшее количество жалоб в январские каникулы поступило на плохую уборку снега во дворах. В Казанской мэрии одной из причин плохой уборки снега назвали большую запаркованность. Учительница географии устроила драку с пятиклассницей. Все произошло в Красноярской школе. 12-летняя девочка закурила в классе электронную сигарету. Педагог попыталась забрать устройство. В ответ школьница облила учительницу водой, после чего завязалась потасовка. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении учительницы. Отмечается, что педагог – ветеран труда. Работает в сфере образования более 30 лет. Едва трагедией не закончилась ранняя поездка по Кукмуру для водителя «Део Матис». По словам очевидцев, легковушка не справилась с управлением, вылетела с дороги и, пробив забор, повисла на ограждении моста. За рулем была женщина, она не пострадала, а автомобиль пришлось вызволять спецтехникой. В Челнах уборщик снега оставил жителей многоэтажки без отопления. Тракторист чистил снег, но сдвинул люк колодца и задел шток. Это и привело к порыву трубы. Заметив, что он натворил, мужчина закрыл крышку люка, скинул туда побольше снега и скрылся. Виновника вычислили по камерам видеонаблюдения. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан 24.